Здравствуйте, Михаил. Большое спасибо за ваш блог. И вам, друзья, всем здравствуйте. Хочу сказать пару слов о себе. Работаю в Москве тестером. Manual. Бэкграунд 2 года опыта. И во многом это ваша заслуга. О как. Огромное спасибо за материал на русскоязычной страничке сайта вашей школы и ваш блог. Изучив этот материал, прочитав книгу там по тестированию, не составило труда в Москве устроиться в крупную аутсорсинговую компанию, а сам родом из украинской глубинки. Так. На данный момент целью является развиваться профессионально. О как. Это хорошая цель. Вы не раз затрагивали вопрос об обучении в университете. Ну как? Да так, чтобы он был из категории О. Я говорил, что есть учебное заведение на О, там О, а есть учебное заведение на А, там А. Вот, вот так, чтобы из категории О. И хотел спросить вашего совета, говоря непосредственно о нашей, сейчас мы тут перелистнем, области применения, то есть тестирование, разработки. Недавно в одном из видео вы предлагали отличный вариант с обучением в вечернее время. Вариант хороший, но в университетах категории О на вечерке не получится, это правда. Что более profitable, ну, кстати, что более выгодно по деньгам? 8 лет опыта плюс не компьютер сайенс образование или 4 года опыта плюс компьютер сайенс в крутом университете? Давайте мы, значит, так посмотрим. Дело вот в чем. Безусловно, человек с 8 годами опыта, даже без специального компьютерного образования, если он способный, такой активный, энергичный, он зарабатывает немножко больше, может быть, чем тот, кто с 4 годами и со специальным образованием. Кроме того, тот, который с компьютер-сайенс образованием, может быть, и тестированием не очень хочет заниматься. Вот я не знаю, если он там, где он, в Москве, может быть, это нормально. В Соединенных Штатах не так много людей с компьютерным образованием занимаются тестированием. Скажем, в нашей обстановке это относительно редкая штука. Но ситуация вот какая. Если мы смотрим с точки зрения, вы знаете, такой эмигрантской. Вот я приехал, вот я живу. У меня моргидж, я там дом купил, я там детям должен помочь, там за университет заплатить там для них и так далее. Вот я как-то вот так вот, мне нужно получать компьютер-сайенс образование, или я вот могу вот так. Ты прекрасно можешь так. То есть деньги у тебя есть, без работы ты не останешься, все у тебя путем. Значит, где проявится отсутствие компьютерного образования? Причем я не имею в виду образование в виде бумажки, я имею в виду образование как фактор твоего развития, вот то, что тебя превратило во что-то. Если ты из хорошего категории университета с компьютер сайенс там degree и так далее, у тебя открываются некоторые горизонты, которые отсутствуют вот у того человека. Еще раз, это не надо понимать как абсолют. То есть есть люди, которые закончили приличный университет, но горизонтов у них так и особо не появилось в силу того, кто они сами есть, индивидуально, так сказать. Есть люди, которые не заканчивали вот этих университетов, может быть, даже и ничего не заканчивали, но в силу того, кто они есть, у них горизонт совершенно неограниченный. Хотя, безусловно, мы понимаем, что если совместить две замечательные вещи, то есть, скажем, способности, да еще образование такое нетривиальное, конечно, это вообще гремучая смесь. Но все-таки мы сравниваем как бы вот эти две категории. Мы не сравниваем бедный и больной, и здоровый, и богатый. Понимаете, вот такого нет. У нас как бы смешан. Значит, тут опыта больше, там у него образование лучше. Люди с лучшим образованием, особенно если они не в 40 лет получили, а когда вот, ну, положено, да, после школы пошел в крутой университет. Ну, или, допустим, после одного университета там получил бакалавра в одном, а мастера получил там в Стэнфорде, например, или там в Беркли, или в Массачусетском технологическом, ну, например. Вот, у этих людей открывается некоторый горизонт. Они как бы по лесенке, вот по этой, вот по спиральке, они выше поднимаются, они могут большего достичь. То есть их потенциал выше в возможности достижения чего-то. Подавляющее большинство людей прекрасно себя будет чувствовать, может быть, 98% людей, которые сравнивают, вот что мне лучше, вот это или то,
Абсолютно, абсолютно. Если они сравнят еще, какие силы уйдут на то, чтобы получить вот то образование, там, и деньги, и время, и энергию, и так далее, они, может быть, скажут, да ну его нафиг, мне вот этого выше крыши достаточно, что я должен, там, когти рвать, из-за чего? Вот, поэтому зависит от того, что за человек. Значит, если человек ощущает в себе какой-то колоссальный потенциал, который просто не реализуется, если он не сделает какие-то, вот не выполнит какие-то действия, понимаете, вот тогда, значит, надо предпринимать те, ну, телодвижения, которые помогают тебе реализовать этот потенциал. Потому что ничего хуже, чем нереализованный потенциал, быть не может. Это самая страшная проблема, которая висит над человеком просто вот так. И никуда ты от этого не денешься, потому что нереализованный потенциал — это не исключительно твоя ответственность перед собой, перед мамой, там, папой, женой, детьми и так далее. Хотя это, безусловно, ответственность и перед мамой, и перед папой, и перед женой, и перед детьми особенно. Но это еще и ответственность перед вот чем-то таким, что выше нас, понимаете? Потому что вот оттуда нам дали, и мы должны как-то вот с этим распорядиться. Я вообще замечаю, что дается оттуда... больше дается тем, кто хорошо раздает. Знаете, вот человек, который взял и себе, ему меньше кидается. А тот, который раздает хорошо, ему давай, говорит. Понимаете, дают не для того, чтобы захапать, дают, чтобы раздать. И вот, если ты взял и не отдал то, что должен был отдать, не реализовался, не состоялся, на 30% состоялся, а на 70% нет. Вот это страшная штука, поэтому я бы через вот эту фишечку смотрел на то, как лучше отвечать на этот вопрос. То есть я бы для себя вот так определил. Вот. Еще раз, большинство людей подавляюще прекрасно обошлось бы без вот этого всего. А лучше бы они пошли там, не знаю, там спортом позанимались, там детишками, еще чем-то, и чувствовали бы себя замечательно, и так далее, и физически были бы, может быть, крепче. Так что, если туфли не жмут, так нормально. Счастливо!